Новые мастерские открылись в Хабаровском автомеханическом колледже. Благодаря нацпроекту образования и в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в учреждении появилось больше 250 единиц нового оборудования. На нем будут готовить мастеров кузовного ремонта и специалистов по покраске автомобилей. Современное оборудование и новые аудитории уже оценили студенты. Подробности далее. Совсем недавно Хабаровский автомеханический колледж присоединился к нацпроекту образования. А уже к этому учебному году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» здесь подготовили новые мастерские. На их открытие пригласили главу региона Михаила Дегтярева и министра образования Хабаровского края Викторию Хлебникову. Новые мастерские, уверен, понравятся учащимся, студентам, уверен, преподавателям будет и мастерам производственного обучения комфортно на них обучать. Уверен, что по сетевому взаимодействию мастерскими воспользуются и ребята из других учреждений среднего специального образования. Торжественным открытием мастерских. В новых мастерских стоит современное оборудование для изучения устройства кузова. Студенты, которые занимаются его ремонтом и в целом обслуживанием автомобилей, уже успели оценить эту технику. Автомеханик Полина, победительница конкурса «Молодые профессионалы» по компетенции «Кузовной ремонт», демонстрирует, как работает компьютер для измерения геометрии автомобиля в формате 3D. А это типа маяков, да? Да, это, то есть, смотрите, если мы делаем измерения на компьютере, это все показывается. Можете посмотреть про это? Давайте. Интересно. От камеры мы ее отходим, пожалуйста. Здесь дерево пара. И смотрим на мониторы. И как только это окружается, вот он. Все. Макеты деталей кузова, сварочная аппаратура, подъемник – все это стоит в бывших старых гаражах. Их полностью отремонтировали и переоборудовали. Теорию студенты тоже изучают в новых кабинетах. На модернизацию автомеханического колледжа из федерального бюджета выделили больше 10 миллионов рублей. Полина Овчаренко, Марина Рожко. Смотри Хабаровск.